моя маленькая принцесска родилась в небольшом городишке нашей необъятной родины. Родители увидели это чудо и сразу решили назвать ее Эричкой. Ведь только настоящих принцессок называют таким красивым именем. Шли годы. Девочка росла, постигала науки, свойственные принцесскам. Игра на фортепиано, вышивка, а также она отлично знала все точные предметы, постигаемые человеком. Мечтала стать добрым, светлым доктором. Не отступаясь от проблем, она шла к заветной цели, поступив на обучение в дом лекарей. Прошло совсем немного времени, и маленькая Эричка превратилась в настоящую красавицу. В жизни так случается, что если два человека должны встретиться, то их дороги обязательно пересекутся. Так и в этот раз наша Эричка решила разогнать тоску летними вечерами, отправившись с подружонками на загадочную игру. Игра эта называлась «Не дай выспаться горожанам твоим». Первый раз в жизни я в нее играла, и, наверное, это был последний раз. Но впечатлений хватило прям на очень долго. И носила кодовое название «Ночной дозор». В игре участвовали разные люди, вурдалаки, злодеи, ночные феи и другая нечисть, которая встречается в сказках. В общем, я вся такая под впечатлением, уже утро, ну, почти победа, не получилось, второе место. И какая-то такая команда, состоящая из таких привлекательных мальчиков, берет первое место. Нашей Эричке в один прекрасный момент показалось, что среди этих людей есть человек с добрым сердцем и красивыми глазами. Почти такой же, как снился ей с самого детства. Ей захотелось его найти во что бы то ни стало. Она судорожно набирала все номера одной из загадочных сотовых компаний и слушала людей на другом конце провода. Был светлый день, и у меня зазвонил телефон. Кто говорит? Эричка, вас желает видеть принцесска. В назначенный день, 20 августа 2008 года от Рождества Христова, состоялась эта знаменательная встреча в красивом месте Волжского уезда, городе Самаре. Ну, мы договорились с ним встретиться, в устной форме обговорили. Он меня забрал из паркхауса. Мы решили поехать погулять. Почему-то выбрали вертолетку. Мы туда приехали, там было так хорошо, и не жарко, и ветрено, и прям как-то все говорило, давайте болтать. Все было круто. Встретились два человека, погуляли совсем чуть-чуть и призадумались, а не повторить ли нам это. После этого знакомства они не расставались никогда. Маленькая принцесска разожгла большой огонь любви. И эти два человека сейчас стоят перед вами и готовы идти по жизни только вдвоем, держась за руки.